Мое понимание, что каждая копейка стоит уважения. Я поэтому всегда эти монеты подбираю. Очень много ритуалов, типа черной магии, кинь через плечо, все твое плохое уйдет там, и так далее. Если ты эту фигню веришь, то не поднимай. Знаете, есть такая фраза: я с любовью и благодарностью принимаю подарки от этой вселенной. И эти деньги, даже если были с каким-то негативным зарядом, они становятся зарядом положительным. Весь секрет. Я готов принимать подарки от этой вселенной. И просто поднимаешь и берешь. Денежное НЛП. Важно сделать так, чтобы деньги всегда были в доступности, на вытянутой руке у тебя. Я поэтому всем рекомендую носить, во-первых, наличные деньги с собой. Иногда ты приезжаешь на ту же заправку, и там нет интернета, карты нет, терминала нет, терминал не работает. Плати наличными. И ты начинаешь, у тебя наличных нету, ты пошел где-то в банкомат, какие-то проблемы создались. Ты должен мозгу дать понять то, что деньги есть всегда и везде. И поэтому очень важно, чтобы у тебя в кошельке была сумма всегда, с которой ты чувствуешь себя в безопасности, в том городе, в котором ты живешь. Когда ты едешь в командировку, возьми X2, X3 и обратный билетик, да? Чтобы у ума не было беспокойства. Беспокойным людям деньги не даются. Видели людей заморочат, денег не хватит, денег мало. Они вот заморачиваются прям, денег нету. И тогда денег не будет. Потому что ум тебя приведет туда, куда ты направишь свое внимание. Это как, знаете, гонщики в автомобилях, они же, когда входят в поворот, круть это не руль, они же не смотрят в скалу, они смотрят туда, куда они хотят выйти. Смотреть ты должен туда, куда ты хочешь приехать, а куда не хочешь, ты не должен туда смотреть. Ум важно направить туда, сделать акценты там, что деньги есть всегда. Портмоне, сумки, на карточке всегда. Все карточки, хотя бы там какую-то незначительную сумму, она все равно должна быть. И ты ложишь это все в портмоне куда. У денег есть тоже свой эгрегор. И к этому эгрегору, если с точки зрения энергии, ему нужно просто подсоединиться. И чем больше ты порталов создашь рядом, тем лучше. Все поверья про деньги. Мышка селись, денежки вводись. Портмоне ложат мышку, там нарисованную, янтарную я видел. У меня есть монетка такая, 1 цент, там вот так мышка на ней лежит. В кабинете зона славы, где у меня много денег этих центов. И сверху бумажные деньги лежат. И сверху вот эта мышка там. Денежное дерево вот у меня в офисе стоит. Любой ритуал, который говорит о деньгах, и он у тебя так ассоциируется, кто-то тебе историю такую рассказал, ты сам себе так придумал. Это все работает. И просто мозгу нужно дать понять, что это для денег. Жабы вот эти все. Это чистый НЛП, симарон, что хотите.